В Междуреченском Кандинского района сегодня торжественно открыли новый тренировочный сезон. Событие важное. В этом году в поселке построили современное здание для лыжной школы. Поздравить ее воспитанников с началом тренировок приехали губернаторы Югры и такие известные спортсмены, как Елена Вяльби, Сергей Крянин и Сергей Устюгов. Междуреченский – родной поселок двукратного чемпиона мира. Здесь он впервые встал на лыжи, достиг первых успехов. Я очень рад, что состоялось торжественное открытие, что сама Наталья Владимировна приехала. Ведь благодаря именно ей все это и произошло, потому что после успеха на чемпионате мира мы с Иваном Геннадьевичем, с моим первым тренером Брагиным, подошли к Наталье Владимировне и начали просить у нее лыжную базу. И у меня был только один вопрос – реально ли это воплотить в жизнь или нет? Она сказала, что это реально. Гостям показали новые раздевалки для спортсменов, комнаты отдыха, тренажерный зал и детскую комнату. А после у воспитанников школы Олимпийского резерва появилась возможность задать вопросы именитым спортсменам и губернатору. В частности, у Натальи Комаровой спросили про ее отношение к спорту. По профессии, да, по делу, которым я занимаюсь, это еще колоссальная государственная ответственность. Больше того, я за это отвечаю прямо должностью, чтобы были условия созданы для занятий спортом от мала до велика. Добавлю, в скором времени в Междуреченском планируется построить асфальтированную лыжероллерную трассу протяженностью 1,5 километра с современным освещением, а также реконструировать имеющееся стрельбище.